блядь. Меня увёза, и я не вру. Ты что, глухой, что ли? У меня крыша едет! Мне столько вот осталось до гениального трека, а ты тут... А ты... Вы Ангус Кеттергуд? Нет, я его садовник. Обалдеть! Ангус Кеттергуд прислал ко мне своего садовника! Какой... Отпусти меня! Отпусти, тупой щенок! А вы можете кое-что передать от меня мистеру Скеттергуду? О, я ему все передам! Я все про тебя расскажу мистеру Скеттергуду! Но... Но он никогда... Никогда не станет учить тебя музыке! Можешь мне поверить, потому что ты... Мистер Садовник! Полный идиот, от тебя один шум! Ворота закрываются! Вы в порядке, мистер Садовник? Давайте я помогу вам! Не трогай меня! Ненормальный. Оззи! Носилки! Срочно носилки! Меня ударило током! Я полностью парализован, Оззи! Только рот шевелится. Рот и палец. Люблю играть, люблю погромче. Этот парень будет веселее. Парень как будто играет у меня на нервах. От сорежиссера «Истории игрушек 2» для воплощения большой мечты. Что? Папа, я решил стать рок-музыкантом. Ну вот это просто бред. Нужен великий учитель. Ангус Кеттергуд. Хочешь быть музыкантом? Имей нормальные инструменты. Давай, выбирай. А вот это вот можно? Нету. Или вот это вот? Нет, это не это тоже. Как насчет этой? С 4 мая. Ты сочинял когда-нибудь песни? У меня пока только одна вещица про мусоровоз. Дружище, сбор мусора. Это совсем не рок-н-ролл, брат. Не вешай хвост. Мистер Скеттергуд пилел. Никогда не останавливайся. Ворота закрываются. Все в твоих лапах. Если бы ты знал, что я чувствую, это смысл всей моей жизни. Главные роли озвучивают Николай Фоменко и Никита Пресняков. Огонь. Ты мне комнату разнес! Рок-дог!